Как правило, каждый понедельник и пятницу. Ажиотаж в детских поликлиниках продолжается, несмотря на все усилия медиков по разведению потоков пациентов. Очереди на прием и осада регистратуры. Наплыв спадает, как правило, только к середине недели. У нас сегодня на лечении находится 1500 человек. И, соответственно, они приходят на повторные приемы. Закрыть их в дистанционном режиме без осмотра ребенка – это недопустимо. То есть ребенок должен быть осмотрен. Возможно, бывают такие жалобы, что к нам невозможно записаться. Записаться – да. Например, ведут прием 4 педиатра, к ним все расписано. Но отказать в приеме мы не можем, поэтому дополнительно выходили еще 4 врача. Это ожидаемо. То, что если идет большой наплыв острых больных, соответственно, через неделю это будет повторное. Не только грипп, ОРВИ и ковид. Ушибы, вывихи, растяжения этой зимой никто не отменял. Я каталась на коньках, проводила выходные, как обычно. Но получилось то, что мальчик меня толкнул, и конек соскользнул, и я вывихнула ногу. Нас не стали записывать, сказали, что с острой болью можно без очереди проходить. Лаборатория давно перешла на круглосуточные дежурства. Сюда отправляют пробы сразу с 5 поликлиник, 2 домов ребенка и городской больницы номер 2. Сначала все пробы у нас заносятся в электронный журнал, положительные пробы мы заносим в специальные регистр, который отправляется в Роспотребнадзор. У нас стоят 3 анализатора, амплификаторы в режиме реального времени, как раз на которых производится процесс амплификации, то есть процесс выявления РНК к коронавирусу. Сейчас взрывной рост пошел положительных результатов: 5, потом 30, потом сразу 100 и теперь 200, 250. Положительных результатов в сутки. В связи с большим ростом детской заболеваемости в поликлинике открыли дистанционный центр наблюдения. Он дает возможность медицинскому персоналу следить за состоянием пациентов 13-14 лет, у которых не было ярко выраженных проявлений болезни. Усилили свою работу и колл-центры. Операторы не только консультируют удаленно, но и стараются соориентировать по ближайшей записи на прием или вызове врача на дом. Сейчас люди нуждаются в дополнительной помощи, и мы консультируем, спрашивают, когда сдать можно носки, насколько долго они будут делаться. В основном такие вопросы задаются. Когда люди не могут дозвониться на колл-центр, они звонят на горячую линию. Мы ориентируем, записываем по поликлиникам на определенного врача по участкам. Если не получается дозвониться до регистратуры, вы можете записаться на прием к детскому врачу или получить консультацию через колл-центр, позвонив по номерам 21 20 20 или 71 17 18. Анастасия Рыжова, Антон Носов, РТК Забайкалье.